снова здорово. Продолжаем скрутки дополнительной техники. Сейчас мы уже рассмотрели там 10 вариантов, да? Теперь 11 и 12 вариант. Значит, когда человек лежит на спине. Ну, в основном эти скрутки, как бы, я предлагаю делать детям или людям каким-нибудь таким легким, потому что, ну, там, до 6 лет. Потому что вот эти скрутки, когда мы толкаем резко в таз, достаточно грубые. Ребенок пугается, там такие щелчки. А вот тут помягче как бы воздействие будет. Смотрите, изначально мы ставим ногу перпендикулярно с тазом. И эту ногу на себя толкаем, а эту от себя. Вот тянем, тянем, до предела дошли и чуть порезче раз туда довернули. Допустим, это 11А вариант, да? 11Б вариант. За грудную клетку вот так вот взяли, да? Вскочали и туда довернули. Раз, под таким углом, поострее угол и под более тупой угол сделали. Раз. Теперь вариант А, Б, С. С вариант. Когда кладем коленку на коленку, вот так вот. Значит, заворачиваем сюда. Видите, под прямым углом, это значит воздействие на таз идет. Раз и крутанули. Заворачиваем туда. Получается, вот тут угол меньше, это воздействие на грудопоясничный переход и просто растяжка костных мышц. Туда продавили, и ноги поменяли наоборот. И то же самое получается здесь. Это на таз воздействие, видите? Желательно держать всю грудную клетку, потому что когда вот так на ребра давим, да, немножко больновато будет. И в эту сторону теперь. И у тебя поясница прям будет работать. Сейчас вообще как у работников месяца. Так, и теперь прием номер 20. Так, 20, 12. Так, опа, обе ноги вместе. Раз, прослабь, прослабь. Я их выпрямляю. О, у тебя нет растяжки, да? У меня нет растяжки. Не тянутся. Ну, по идее, нам надо прямой угол создать. Давайте. Сейчас мы тебе вот так создадим его. Ладно, значит, смотрите, тут на амплитуду воздействия идет. Ищем, держим за ребра, да, ищем, докуда доходят ноги, желательно, чтобы они были перпендикулярны. Вот у меня докуда идут, видите? Значит, тут нам надо их поймать. Сверху как бы скинуть, вот раскачали и кидаем. Оп, а тут ловим. Оп, ловим. Получилось, почувствовал? Почувствовал, да. Такое очень большая гамма ощущений. Вот, а в следующих видеороликах мы рассмотрим еще дополнительные скрутки при сколиозе. Это будет 13 и 14 вариант. У кого больше всего вариантов скруток? Валика Гудына. Подписывайтесь и приходите сюда на тренинг. До новых встреч, друзья.